Друзья, всем привет! Сегодня настал тот день, когда пришла пора поменять мои машины. И вот сейчас мы с моим другом едем за 400 километров от нашего дома, от Тульской области, в Тамбов. Там встречаемся с человеком, я думаю, договариваемся и меняемся. Смотрите. Обмен прошел удачно. Вот тот самый аппарат. Special for you. Рубрика Артемка. Дорога в Тамбов и обратно. Всем привет, дорогие зрители. Вот мы съездили в Тамбов, поменяли автомобили. Поменяли на огромного зверя. Как огромного бывает, конечно, больше. Давай, Артём, расскажи первое впечатление о машине. Ну, проехали мы уже примерно километров 200. Что могу сказать? Вот первое ощущение, впечатление, тачка реально большая, довольно-таки мягкая, валкая. То есть нужно привыкать мне немножко к габаритам и управляемости, потому что не было у меня внедорожников, тем более с полным приводом, рамных внедорожников. Короче, для меня это что-то новое. Вот это первое впечатление, то, что она здоровая, реально. Я пока зад машины я не ощущаю. А так в целом, что мягко, прикольно, запаса мощности хватает. Поездим, посмотрим. Сниму, может быть, обзор, расскажу более подробно спустя некоторое время. Ну, вот такое пока впечатление сложилось. Тебе как, вот, как пассажир, расскажи. А первое впечатление о машине — еб***ь здоровый. Сейчас покажем, как проезжать платные участки. Да, сейчас будет, ребят, смотрите. Сейчас будет лайфхак. Еще вот первое впечатление — тормоза такие, ну... невентилируемые. Короче, приходится нормально нажимать на педальку. Как-то даже стремаешься немного. А, о, да, платный участок уже. Прямо едем, да? Да. Прямо 170. Ну это в первый уезжай, наверное. Или ты в ту? Да, это Т-пас. Там машинка стоит. Ничего страшного. Подождем. О. А не, они все равно по стеклу, наверное, не пойдут. Заплатили.
ты вообще думаешь по поводу платных участков на дороге? Я думаю, то, что граждане должны свободно передвигаться по своей стране, бесплатно, свободно. Мы и так платим достаточно налогов, в том числе транспортных налогов. Больших сумм, если 250 плюс, но реально немало платим. Платить еще за дороги, я считаю, это не очень правильно. Мы живем не в бедной стране, чтобы брать с нас вообще где только можно. Но это субъективно мое мнение. Каждый может считать по-разному. Да нет, большинство тебя поддержит. Я вот полностью такого же мнения. Друзья, ну в общем, подъезжаю уже к дому, у нас темнеет, поэтому решил записать видео сейчас, финальное. А за сегодня проехали примерно 800 км, честно говоря, немного подустал. А на Trailblazer проехал 400, по техническому состоянию не могу сказать, то есть какие вложения требуются на данный момент, нужно все-таки ехать на сервис и смотреть. В целом доехал нормально, без всяких происшествий, надеюсь, что с ним все действительно хорошо. И не придется в него вкладывать каких-то бешеных бабок. Все, друзья, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь. В общем, вы сами все знаете. Все, друзья, всем пока.